корзине. Можно мне такое же готовку? Нет, нельзя, Саш, ты уже весь мне мой букет поломала. Ну можно мне один такой же. Какой? Такой же, вот такой. Ты можешь подальше отодвинуть, ты у меня? Можно мне такой же цветок? Саш, мы же дарим цветы на день рождения. Зачем мы будем его ломать? Ну, я другой хочу. Я поставлю его. Ну, он уже и туда не ставится. Ну, я попробую. Нет, ставить. Не надо пробовать даже. Саш, ты слышишь? Я говорю, нет. Приветики. Мы едем на день рождения к моей подруге. И Саша взяла вот эту корзинку у меня. Можно мне? И вытащила оттуда все цветы. Можно глядите. Мне такой привет. Же? Можно мне такой? Такой же нельзя. Саша, почему? Расскажи, почему ты сломала букет? Мама, я хочу такой же. Вот такой ты хочешь? Вот такой? Нет. А какой? Вот такой. Приветики. Такой же. Ну какой, возьми один. Вот такой ну, же. Ну возьми один. Вот такой же хочу. Такой же у тебя есть? Ну вот такой кругленький. Вот такой есть? Ну ты так сильно-то, Саш. Это ты как вандал. А я ехала, потом поворачиваюсь к ней. Она сидит с этой корзиной и вытащила оттуда все цветы. Саш, один. Папа, я или мама, я беру один. Цветочки очень красивые, глядите. Они еще в такой корзиночке. Вот. Такие красивые-красивые. Но Саша ее сломала. Бесстыжие. И я, главное... Как увидела, в общем, мне такой шок был. На, ты вот этот хочешь? Такой? Да. Сядь, ради бога, нет, не пачкай мне обувь. Я тебе сейчас сюда. Сядь, пожалуйста. Не могу. Саша, сядь. Кресло. Не могу сесть. А, это оля-ля цветочки. Сейчас. У меня даже фоточка есть, я ее попозже в Инстаграм покажу. Просто вот времени нет даже подписать. Саша! Мне кажется, ты чересчур балуешься. Кто на сегодня на день рождения не пойдет. Нет, пойду. Нет, не пойду. Нет, пойду. Я пойду на день рождения. Вообще нас еще сегодня пригласили на день рождения, помимо вот того, что у меня подруга празднует. Еще сегодня день рождения у детского магазина Хэмлис. Да, и поэтому мы не пошли в сад, потому что нас тоже туда позвали. Там будут какие-то активности, мастер-классы. Она не избалованная, она просто ребенок. Точно такая же, как и все остальные. И вам хорошего дня. Саш, попрощайся с девочками. До свидания. И с мальчиками, и со зрителями. Саш. Ой. Давай, садись в креслице. Нет. Вот мама. Пока не сядешь, я тебе цветы не дам. Цветы. Спасибо. Саш, тебе передает привет Лиза. Вот так нельзя делать, когда тебе привет передают, надо сказать. Привет в ответ. Я тебя не возьму на день рождения детского магазина. Если ты так будешь. Я хочу детский. Она прыгнула. Она прыгнула и стукнулась головой. Давай еще. Что еще раз хочешь? А еще сегодня она завтракала и упала. Расскажи, как ты за стула упала? Просто ба, она каталась на нем, сидела, кушала творожок утром. Каталась на стуле, она сюда раскачивалась и в какой-то момент упала у нее все кослинка, конфеты разбились. Нет, так можно засмеяться громко. Ты можешь так еще громко засмеяться и долго. Нет, я специально не могу, а когда ты делаешь специально, это уже не смешно. Я специально делаю. Не надо делать специально, потому что это уже не смешно. А мне еще смешнее. Я сажусь в кресло. Все, она села в кресло. Пока, ребят, хорошего дня.